Эх, друзья, как же прекрасно смотреть на небо. Облакам белогривые лошадки. Но на самом деле сейчас намного приятнее смотреть на это шикарное турецкое море. Друзья, у нас сегодня есть немножко время отдыха, поэтому я решил прогуляться именно здесь. И хочу вам напомнить, что Music Box выберет собственную королеву. Именно она придет в эфир Weekend Show, поэтому, друзья, не пропустите. И еще... Возможно, что именно она станет ведущей на нашем канале. В общем, мечты сбываются. Ну что, друзья, как вы догадались, прямо сейчас я нахожусь в этом замечательном, шикарном зале, где уже через несколько минут состоится финальное гала-шоу. И скоро мы узнаем, кто получит титул и звание Королева Украины 2015. Смотрите Music Box и не переключайтесь. Начиналось финальное гала-шоу с шикарного дефиле в купальниках. Мне кажется, комментарии здесь просто излишни. Смотрите и наслаждайтесь. Ну что, насмотрелись? После такого горячего начала нашим девушкам будут вручать специальные подарки. И первой стала Решетникова Катерина, которой досталось шикарное французское белье. Но на этом не все. Наши девушки отправляются на подготовку к следующему выходу. Тем временем наши участницы радуют нас вторым выходом. Яркие коктейльные платья очень красиво смотрятся на них. Эх, красота, друзья, страшная сила. Предлагаю любоваться дальше. Ну что же, пришло время подарков. И прямо сейчас директор канала Music Box Людмила Горбатюк его озвучит. Интересно, кому же он достанется? Это номер 14. Юлия Кочко. Мы приглашаем ее в шоу, наше видео-шоу на телеканал Music Box. Ну что же, подарки розданы, и сейчас пришло время выбрать 12 участниц, которые проходят в финал и продолжат дефилировать на этой сцене, в надежде на получение главного титула Королевы Украины 2015. Впереди наши участницы дефилировали в шикарных купальниках. И, конечно же, вечерние наряды, с которых просто невозможно отвести взгляд. Катерина Крашашвили, номер 20, место Полтава.
студии. Это вообще невероятные эмоции. Я до сих пор не верю, что выиграла, стала королевой Украины. Ну, думаю, может быть, в скором времени поверю в это. Слушай, ну вот нас сейчас смотрит очень много молодых девушек, которые, возможно, также мечтают попасть на конкурс, также победить. И очень многие думают, что, возможно, это нереально, возможно, это неправда. Что-то куплено или еще что-то. Вот расскажи, как на самом деле ты прошла это через все, через свою собственную шкуру, этих пять, в общем, эту целую неделю прожила здесь, в Турции. Ну, честно скажу, тут не куплено. Честно. Я Кашишвили Екатерина из города Полтавы, стала королевой Украины. Ну что, я хочу услышать ваши эмоции. Вы знаете, мои эмоции, ну, будем так говорить, они зашкаливают. Я очень рада и горда, что выбор украинской королевы Украины действительно достойный. Все члены жюри единоголосно выбрали Катерину, город Полтава, и выбор наш, это номер 14, Юля Клочко, он тоже 100% поддержан всеми членами жюри. Юлечку мы пригласили к себе на телеканал участвовать в передаче «Weekend Show». Очень приятно, что девчонки в этом году очень умные, толерантные. Гордость за то, что Украину будут представлять действительно настоящие украинки, красивые внешностью и красивой душой. Красота спасет мир.